Дорогие друзья, всем привет! Сегодня с вами канал Дубай, меня зовут Анна. Если вы еще не забыли, как я выгляжу, очень давно я не снимала видео для вас. И, наконец-то, долгожданное видео про погоду. Сегодня 21 декабря, мы находимся в Дубае, и я вам расскажу, какая же она погода в Дубае в декабре. Специально не стали снимать погоду в начале месяца, решили показать, какая же она погода будет именно в середине месяца. Декабрь, зима, поздравляю вас всех с наступающими новогодними праздниками. В Дубае тоже наступила зима, теперь уже не так жарко, довольно-таки ветрено и вот прохладно. Я бы не пошла купаться на море прямо сейчас. Температура воздуха, я посмотрела в интернете, сейчас 25 градусов. Погода ночью 18 градусов, как говорится в интернете. По ощущениям, действительно, довольно-таки прохладно, ветрено, но есть свои плюсы. Например, когда устаешь после жары, хочется именно вздохнуть свежего воздуха, почувствовать именно легкий ветерок, то как раз именно Дубай, он вот в это время прекрасен. И приятно гулять по улицам, сидеть на улице в различных кафешках, пить теплый горячий кофе или чай. В общем, атмосфера довольно-таки романтичная. Если вы не любите вот такую сильную жару, и для вас именно важно насладиться красотами города, то декабрь — это время, когда вам стоит приезжать отдыхать. Как вы помните, мы с мужем живем в Jumeirah Lake Towers, и недавно, если вы следите за нами в Инстаграме, я показывала, что у нас осушили озеро и сделали парк, начинали строить парк. И сейчас, как вы можете видеть за мной, мы сейчас находимся на таком мосту, вот такой вот красивый парк, который, можно сказать, что он не вырос, а именно его построили, потому что все пальмы, все деревья, все это привезли и посадили. Вот такой рай и вот такой вот небольшой парк среди пустыни и среди небоскребов, что очень-очень радует. Можно теперь на улицу выходить гулять и наслаждаться вот этой дубайской погодой. Сейчас, конечно, мы направляемся к морю, чтобы узнать, какая же температура воды, или купаются ли люди в море. А по дороге я решила вам рассказать еще о таких моментах, как, например, включаем ли мы кондиционер дома сейчас в этот период. Могу сказать, что кондиционер дома у нас постоянно не включен. То есть мы периодически его включаем для того, чтобы просто проветрить помещение, а для того, чтобы комфортно находиться дома, в принципе, уже кондиционер не нужен. Также хотела рассказать вам о том, что же носят люди в этот период. Я так посмотрела сегодня в окошко, посмотрела на людей, вот сейчас вижу на улице, и такая очень разноплановая одежда у людей. Кто-то может идти в шортах, футболках, маечках, сарафанчиках, а кто-то уже идет в сапогах и в куртках. То есть, наверное, это зависит от людей, насколько для них эта температура комфортная. То есть многие люди наверняка приехали из теплых стран, либо они здесь живут уже давно, и им это холодновато, такая погода. А вот для туристов, которые, например, из России, из Украины, то для них вполне температура теплая, такая летняя. Вообще, вот погода походит именно на российскую погоду, как на российское лето. То есть 22-25 градусов. Так, ветерочек такой приятный, прохладненький. Ну а теперь давайте пойдем на море и посмотрим, есть ли там вообще люди, купаются ли они там. Очень сильный ветер, возможно, пострадает звук, но надеюсь, все будет хорошо. По дороге к морю мы встретили наших подписчиков. И как раз они шли с моря и нам поделились своим вот этим опытом купания в море. Сказали, что холодно, что купаться не стоит, купались они совсем мало. К сожалению, на камеру они ничего не сказали, ну такие вот стеснительные молодые люди нам попались. Им привет, кстати, огромный, передаю. Пришли мы на пляж Дебиар, на наш любимый пляж, приятное море, сильный-сильный ветер. Как всегда, здесь есть стройка, здесь сейчас строят какой-то молл, и вся пляжная территория, она, в принципе, сейчас вся в стройке. Но, как вы можете видеть, в принципе, людей очень-очень мало, но есть люди, кто купается. Скорее всего, для туристов вполне температура воды устраивает, может быть, немножко холодновато заходить. Возможно, это связано с тем, что сейчас уже закатное время и уже более прохладно, то есть сейчас 5 часов дня. Если прийти, возможно, в 12 днем, то тогда народу будет больше и больше людей купается. По поводу резидентов Дубая, купаются ли они или нет, я специально на днях сделала блиц-опрос и пообщалась с
Ниязом, если вы помните, он снимал видео про погоду. Он мне сказал, что вода ему нравится, что она очень освежающая, и что теплая вода ему совсем не нравится, так что ему вот это зимнее купание очень подходит. А с другой стороны, моя знакомая недавно написала у себя ВКонтакте, что на сегодняшний день купальный сезон для нее завершился, и она уже как бы зимой уже все, не планирует больше купаться. Вы знаете, мне почему-то не хочется заходить в воду, но я вам просто скажу, что температура воды в море сейчас 20 градусов. То есть вам решать, комфортна вам эта температура или нет. Также вот свои ощущения на море, такой приятный звук, очень низко летают чайки, летом такого нету. И вот море такое голубое-голубое, и на закате очень-очень романтично. Даже если вы не любители пляжного отдыха, я вам в любом случае рекомендую, если вы приехали в Дубай в декабре, придите к морю, оно потрясающее. Обязательно придите в закатнее время, когда солнце садится. Это такая романтическая атмосфера. Я думаю, что вам очень-очень понравится. На этом все. С вами была Анна, специально для проекта In Dubai. Если вам понравилось это видео, обязательно нажмите лайк. И, конечно, пишите комментарии, подписывайтесь.